В Одинцовской лингвистической гимназии отметили День Земли. К праздничной дате там организовали научно-практическую конференцию. Участие в ней приняли третьи классы. Ребята подготовили проектно-исследовательские работы на тему «Природные зоны планеты, экологические проблемы и их решения». Педагоги гимназии уверены, что любовь к путешествиям зарождается с малых лет. Именно поэтому они решили помочь юным исследователям познать мир. Будущие первооткрыватели и искатели приключений, вооружившись планшетами, делали свои первые заметки, виртуально путешествуя по миру и узнавая его. Мы ставим проект про Красную книгу, про экологические проблемы планеты. Шли мы к этой цели, наверное, наша группа именно 2-3 месяца. Ну, мне понравилось тем, что мы сами рисовали картины. Некоторые из ребят отправлялись в свои первые, пусть и воображаемые, путешествия по незнакомым странам, изучая, например, раскаленные пески знойной пустыни. Но были среди них и те, кто по-настоящему насладился холодной красотой северных ледников. Там очень холодно было, минус 20 градусов, у меня все окоченело, я там даже заболел. Чем тебе Ямал понравился? То, что там можно ловить рыбу, можно кататься на снегоходах, можно встретить много разных приключений. Также в рамках акции «День Земли» ученики 3-го Д-класса представили свой экологический проект под названием «Защитим планету». Это выставка рисунков, посвященная животным, занесенным в Красную книгу. Свои работы дети выполняли вместе с родителями. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».